Главный девиз конкурса молодых профессионалов в Чунцине – сотрудничество в сфере профессионального мастерства и совместное развитие. Участие принимают студенты профильных учебных заведений из десятка стран мира. Всего соревнования проходят в 18 дисциплинах – от цифрового строительства, интернет-маркетинга и экспедирования грузов до парикмахерского искусства и кулинарии. Эти сладкие скульптуры особенно привлекли внимание зрителей в третий конкурсный день. Здесь молодые кулинары борются за звание самого искусного кондитера. Сегодня мы пекли торты, а также соревновались в изготовлении сахарных скульптур. Я готовилась к этим соревнованиям в течение месяца в Ханчжоу. Я очень горжусь, что принимаю участие в этом конкурсе. Это прекрасная возможность познакомиться с участниками со всего мира и получить новые знания. В момент соревнования все изделия нужно завершить в установленное время. Мои сокомандники и наставник поддерживали и подбадривали меня. Я рада, что у меня получилось показать свою лучшую работу. Соперники тоже были на высоте. Я считаю, что это хороший опыт. Хочу сказать спасибо моим профессорам и наставнику за возможность развиваться в профессиональном плане, а также увидеть, как работают мастера из других стран. Эксперт-наставник команды Сербии Милош Зрнич волнуется за своих учеников. По его словам, уровень профессиональной подготовки участников значительно вырос. Соревнования проходят на очень высоком уровне, и, соответственно, от участников ждут высокого уровня профессионализма. Тем не менее, мои ученики готовы бороться за награды. Мы с коллегами еще не обсуждали окончательные итоги этого конкурса. Думаю, результаты будут известны сегодня. Я также наблюдал за работой участницы из Китая. Она блестяще показала себя. Краска для волос всевозможных цветов, ножницы, расчески, средства для стайлинга и инструменты для укладки волос. По этому набору сразу понятно, здесь соревнуются лучшие парикмахеры. Новшеством в этом году стали специальные сенсорные зеркала. Умные панели записывают весь процесс, отслеживают время исполнения задания, а также обеспечивают коммуникацию участника с судьями. В парикмахерском искусстве важны не только профессиональные навыки, но и эстетическая составляющая. Для справедливой оценки эксперты этой компетенции разработали список критериев. Мы оцениваем уровень конкурсантов в следующих аспектах. Первое – организация управления работой, включая расположение инструментов, окружающую обстановку и, главное, здоровье и безопасность клиента, ведь это основной приоритет любого мастера. Второе – общение и забота о клиенте. Третье – техника стрижки, окрашивание, оформление бороды и навыки укладки. Второй международный конкурс профессионального мастерства пояса и пути совместно проводят Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, Государственный комитет по делам развития и реформ, Агентство по сотрудничеству в области международного развития Китая и власти города Чунцин. Соревнование призвано содействовать обмену навыками, сотрудничеству и развитию профессиональных отношений между странами-участницами инициативы «Пояс и путь». Гули Гуйна, Ли Цян, CGTN. Танцевально-поэтическая драма «Все голубое и зеленое» с ее фрагментарной повествовательной структурой, чередованием времени и пространства, рассказывает о процессе создания шедевра «Горы и воды на тысячу ли» художника Ван Симена, творившего в эпоху династии Сун. Сквозь ливни и в горы, в поисках вдохновения, погружаясь в мысли и состояние автора, зритель следует за ним шаг за шагом. Удивительное шоу. Я сам актер театра и кино, и могу сказать, что хореография великолепна. Каждый персонаж невероятно гармонично вписывается в общее действие. Я не вижу ни одного изъяна. Яркие краски и тончайшие детали почти тысячелетнего полотна отражаются в современной хореографии, костюмах и декорациях. Я была потрясена. С трудом могу сказать, это было представление или какой-то сон. Все прекрасно. Мне очень повезло, что я смогла увидеть такой шедевр. Отдельного внимания заслуживает музыкальное сопровождение спектакля. При создании композиции авторы переплели широкий спектр звучания традиционных китайских инструментов, таких как гуджен, гуцинь, флейта, дзицзы и другие. Это китайский стиль, китайская эстетика, воссоздание великолепного танцевального репертуара нашей традиционной культуры, своего рода художественный обмен с миром. Мы надеемся, местная публика встретит представление хорошо и узнает о Китае больше, в том числе благодаря одновременному знакомству с исторической культурой Китая и с его современностью. В Стамбуле «Все голубое и зеленое» пройдет 4 раза подряд, даря турецким зрителям новый опыт восприятия как сценического искусства, так и живописи. Ань Ган Цзюань, CGTN.